Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот тут начинается у меня. Просят по интернету показать, как мы молимся. Утренняя, вечерняя молитва. Это первый, единственный вопрос, который поставил меня в недоумение. Показать можно. Просто один из наших братьев будет снимать, как мы молились. Полностью заснять все богослужение. Где-то здесь что-то есть. Вот. Но другие нападают, а на показ молитесь, написано «дверь закрой». Я говорю, а как патриарх молится в храме, снимает? А это не в храме, дома, то есть я не знаю, как это сделать-то. Поэтому я сказал людям, что мы в данный момент еще не начали молиться. Просто я показываю, а то, что они молятся, это просто молятся. Это не утренняя, вечерняя молитва. Ты пока покажи иконы, вот, а я псалтырь достану, чтобы показать. Вот так. Наша беседа, это серия бесед, они все начинаются одинаково во свете Библии. Во свете Библии. И открытым оком. Мы начинаем молиться так. Всегда делаем семи поклон и начал. Вот первое, значит, я показываю, там, кто молитвы боится, не умирайте от страха или отвернитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Далее читаем молитву «Достойно есть». Прочитали молитву «Земной поклон». Земной поклон – это колени, голова, руки должны коснуться пола. Это всегда одинаково, утреннее, вечернее. Прочитали после этого «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови». Поклон должен быть такой, перекреститься, лоб задеть пальцами. Тремя или двумя, как ты научен. Пуп, где у тебя стоит. Правая и точно левая. И поклониться, чтобы рука могла пол достать. Пол не надо доставать. А поклон земной, значит, сегодня воскресенье, это мы 7 сегодня апреля, как раз Благовещение Пресвятой Богородицы. После этого, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради, знаете эту молитву. Не буду даже время тратить. После этого, без крестного знамени, это не совершать вот так, а просто поклониться и земной поклон полный. И опять Божий милостив, я уже вначале считал его. Вот после этого начинаем читать. Тут несколько, может быть, некоторая разница. За молитвы святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А это обязательно нужно. Дальше начинается Царю Небесной. Но мы иногда перед этим еще читаем молитву. Боже, очисти, там считаем. Ну, может, и без нее. Царю Небесной, знаете, откройте молитву слов. И да Отче наш. Но мы считаем Отче наш, не концовка там, а еще после аминь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки аминь. То есть, как написано в Евангелии от Матфея. После этого мы начинаем читать псалтырь. Вот псалтырь на русском языке. Видите, какая книга это. Вот. Вся псалтырь содержит 150 псалмов. Но раньше ее разбивали на кафизм. Вот, ну, посмотрите примерно, на 20 разделите. Но вот это называется 20 кафизм. Но каждая кафизма разбивается на 3 славы. И мы считаем, ну, одну славу. Ну, слава это определенно, допустим, 3 страницы по-русски. А после этого считаем «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй». Считаем «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». Трижды считаем «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». 2 или 3 раза «Аллилуйя». Тут разницы никакой нету. Читаем псалтырь. Если кто-то умер, у нас псалтырь разбивается на всех, и мы ежедневно, 40 дней считаем по полному псалму, и чтобы каждый день получался полный псалтырь. Так вот, ну принято. Вы можете по-другому считать, по три кафизмы считать, а не только по одной. После этого у нас в православных есть молитва слов. И там молитва, мы прям по молитвослову, но на русском языке читаем. Там 10 молитв, мы читаем 3 молитвы. Молитва Господу Иисусу Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю. А после этого начинаем читать «Богородица, Дева, радуйся». Молитва в молитвословии есть. И далее мы перечисляем, кто у нас есть. Обращаемся к нашим. Молите Бога нас, святые угодники Божии. Вот я, Игнатий, дальше Владимир, мы всех перечисляем, кто у нас с нами молится в это время. Так у нас принято. А после этого мы начинаем молиться о всех. Первым делом, спаси Господи, помилуй. Кто? Отца духовного, родителей, патриарха, значит, патриарха Кирилла поминайте. Кто кого? Мы поминаем всех. И патриарха Кирилла, это домашняя молитва, митрополита Илариона, первого иерарха Русской зарубежной церкви всех. Мы на молитве вспоминаем и папу.
Венедикта Франциска. Сказал, что а при чем они? Старообрядческий Корнилий. Да, древнеправославный Александр. И далее всех священников, каких мы знаем, диаконов, всех поименно перечисляем. У нас много на это время уходит. Ну, говорит, это того стоит. А потом по порядку, что нам нужно? Правители, мы, Владимир Путин, Дмитрий, там, ну не говорим фамилии только-то. Барак Обама за всех старей начальствующих. Так написано, молитесь-то. После этого мы вспоминаем, какие у нас были нужды. Болящие, благодетели, обрати их, Господи. Ну, мы договорились молиться о Горбачеве, Михаилом звать, Стерников Герман, Невзоров Александр, Людмила Плет, Геворкян там какие были, сильные такие, какие на нас нападают, мы их имена перечисляем. И добавляем, а замыслы еретиков, Господи, разрушь до конца, а веру православную восставь во главе. Нам есть о чем молиться. Далее, которые у нас люди знакомые на работе, мы вспоминаем губернатора всех, до председателя сельсовета, имена прямо называем. Как говорится, на руках молитвы, на своих нарабниках Аарон нес сынов Израилевых. А потом молимся мы за умерших. У нас так принято у православных. Упокой, Господи. Вот умер только что Золотухин Валерий. Ну, был православный, какой он там был. Я говорю, Господи, прости меня, если молитва не угодна. Но что можно сделать для него? Знаете, по-простому с Богом разговаривать. За молитву Бог не осудит. Это не такой грех, чтобы... Я знаю, что вот здесь мэр города погиб в автокатастрофе. Я первым делом разузнал, крещеный или нет. Наконец уже я к утру знал, крещеный. Я тогда помолился, он слишком много для нас сделал. Благодаря ему решение суда вступило в законную силу. Не хотели, я получил вот два домика, где мы молимся. 13 соток здесь земли. Далее мы молимся о прошедшем, благодаря за все, за будущее, что у нас есть, о нашей поездке, ну что нас тревожит, болящих всех вспоминаем. В интернете, кто у нас работает, вспоминаем. Интернет изобрел Тим Бернерс-Ли, Тим это Тимофей. Тимофей. Вот версию библейскую тут тоже Тимофей Ха, мы его вспоминаем. Мобильный телефон, кто изобрел, Мартин, мы его вспоминаем. Господи, как эти люди облегчили нашу жизнь, ты обрати их. Воздай милость. Ну, Корнилий делал добро, его вспоминали, и он пришел на память перед Богом. Но это наша молитва, вы можете никого не вспоминать. Ну, мое сердце подсказывает, молитва это не будет в грех, они живые. А умрут, за них я уже и молиться не думаю, я их не знаю, кто они такие. Вот когда мы это все молитвы сотворили, за живых, за мертвых, после этого снова читаем семипоклонный начал. Боже милостью, будь мне грешному. И Боже милостью, оно заканчивается. Семь поклонов. После этого у нас идет пост, сегодня воскресенье, Господи, Владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия. Это выбросили слово, оно было. Не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. И все это земной поклон. Второй. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Третий поклон. Потом 12 земных поклонов. Но у меня позвоночник, операция, беда, я не могу, я просто так. Поистой поклон я могу делать. Но когда на три поклона, вот Господи Владыка живота там, я делаю в любом случае, даже не могу, даже встать не могу, но я обязан сделать. Я для себя положил это. А потом Господи Владыка живота вместе считается на один поклон. Того 16 поклонов. Когда мы уже это закончили, после этого вот это называется четки. Ну, старобрядцев лесов. Это вот по 10 поклонов. Вот я делаю поясные, а братья мои, сестры, которые в силах, они делают. Земные поклоны. Они у меня сейчас не молятся. Ну, они кланяются, но это не утренняя, вечерняя молитва. Можешь показать людей. Я буду говорить, и чтобы люди, которые попросили сказать. Вот первое, значит, 10 поклонов я делаю Господу Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дальше, помилуй нас, опять же. Потом, следующей рукой перебираю и говорю, благодарю тебя, мой Бог Иегова, Авва Отче. У православных нет этого слова. Дальше, благодарю тебя за день, когда дал мне страх перед тобою. Дал мне веру в тебя. Дал ты мне, Господи, желание служить тебе. Ты избрал меня. Дальше, благодарю за день, когда вручил мне Святую Библию. Я ежедневно благодарю, кто трудился надо мной о возрастании моей души. Можешь показать, молитесь. Вот совершите крестное знамение. Вон туда пройди, там, сестер, чтобы было видно. А я буду сзади идти и буду говорить, чтобы мои слова были хорошо слышны. Вот 10 поклонов. 10.
Вот это утренняя и вечерняя молитва. У нас кто есть за стеной, все приходят. Это мои апартаменты, где я нахожусь. Вот покажи наша кухонная. Вот это печка наша, поверни сюда. Чтобы они видели, что это действительно кухня. Вот картошка почищенная, подвяленная сегодня. Это наша еда. Сегодня у нас разрешается рыба. Вот стол, где мы обедаем. Вот, он закрытый, чтобы кошки не прыгали. Вот все, что у нас есть. А сейчас, ну, когда приходят люди молиться, то все это закрывается как есть. Благодарение Богу. Можем уходить. Ну, а потом я уже Божьей Матери 10 поклонов. 10 поклонов ангелу-хранителю, 10 поклонов вот Иоанну Крестителю, 10 поклонов Николу Чудотворец, 10 поклонов всем пророкам, дальше небесным силам, апостолам, дальше мученикам-мученицам, 10 поклонов святым отцам, перечисляю их всех, и женам и девам. Вот жены и девы, может, интересно будет. Господи, я обращаюсь, молите Бога, она святые жены и девы. Фёкла Первомученица, Фатина Самарина Феврония, Вера Надежда Любовь, Матерь София, Наталья Адриан. Вера Надежда Любовь, Матерь София, вот. Ну и перечисляю всех. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник Июня, Киприана Устина. Молите Бога о нас, чтобы Бог дал послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам и сохранил от поругания. И перечисляю непослушных жен, на которых мужья жаловались. Я все время их перечисляю перед Богом. Ну и изменения видения, просто я вижу, я не могу не видеть их. Потому что сами мужья приходят и говорят, у меня как-то нечаянно мир установился. Сколько лет, говорит, больше врага не было, чем теща, а сейчас теща первая помощница. Вот как Бог делает-то. И это ежедневно. Но днем, вот это утреннее-вечернее, можешь медленно делать, тут за каждое, я повторяю, тут бывает имен около полста или больше. Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Анна Кронштадтская, Сергий Радонежский. Это я все вложу в 10 о святых отцах. И после этого садимся, у нас здесь трехтомник издан с толкованием, и считаем с толкованием Новый Завет. На все про все, с молитвой вместе со чтением, я посмотрел, это примерно 50-55 минут. На чтение вот этого вот, утреннее, таких молитв, вот по Лестовке, по 100 поклонов, должно быть не меньше 7. Когда молимся днем, это 3 святое и 100 поклонов, не спеша. Опять, пройдет какой-то часа полтора, опять 3 святое, 100 поклонов. И это занимает 7 минут, вот это вот 7 минут занимает. И таких должно быть не менее 7, не считая утренней вечерней молитвы. И вы увидите, как настроение будет другое, состояние духа. У тебя внутренняя потребность родиться все время разговаривать с Богом. А Библию считай постоянно. Как чуть-чуть, так открывай. Лучше написать на картоночках с собой в карман. Вот что, как я нашел выход из затруднительного положения. Рассказать об утренних вечерних молитвах, и чтобы не было обвинения, что вот мы делали, снимали это на гордость. Ну, прям никудышное. Я знаю, что это дьявол боится молитвы. Но я их послушал, этих людей. Ну и вот показали, как им все. Идите по домам, дома помолитесь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.